Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. И я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. День может оказаться полным предчувствий. Налет оригинальности на вашем профессиональном поведении может выделить вас и заставить шефа обратить на вас внимание. Телец. Есть повод стать увереннее в себе. Бытовые рутинные вопросы будут решаться быстро и четко, благодаря вашей прирожденной практичности. Близнецы. Вопросы карьеры, профессиональной реализации не теряют для вас важности, но постепенно приобретают иную, более оптимистическую окраску. Рак. Не стоит во всем угождать партнеру, но считаться с его текущими потребностями все же следует. Не будьте слишком самоуверенны. Лев. В вашей карьере, финансовой и личной жизни могут наметиться весьма соблазнительные перспективы. Если вы июльский лев, то отнеситесь к этому обстоятельству серьезно и немного поработайте над собой. Дева. Если вы отдыхаете только за работой, не перегружайтесь. Даже на отдыхе не расслабляйтесь полностью, не выпускайте из виду свои важные цели. Весы. Займитесь уборкой и чисткой личной территории. Не будьте махровым консерватором. Разбавьте родственные традиции несколькими прогрессивными нововведениями. Скорпион. Можете всерьез задуматься о новой любви или о пополнении семейства, об учебе своих детей за границей или о совершении кругосветного путешествия. Стрелец. Обустройство домашнего очага становится одной из ваших важнейших целей. В этот день наиболее актуальными будут размышления о материальной и организационной стороне вопроса. Козерог. Одна из ваших основных задач – окружить себя достойными, интересными, влиятельными людьми, либо обратить на себя их внимание. В этот день у вас есть время критически поразмыслить над своими потребностями. Водолей. Ваши возможности великолепны. Времени на то, чтобы воспользоваться счастливым моментом, у вас не так много, как вам кажется. Не стоит слишком резко брать с места в карьер, но и слишком медлить тоже не стоит. Рыбы. Срочно избавляйтесь от излишней мечтательности, заторможенности и застенчивости. Это не значит, что пора пуститься во все тяжкие. Попробуйте подобрать своим достоинствам оригинальную оправу.